26 апреля 1985 года. Пакистанский лагерь Бадабер. В тот день советские военнопленные, захваченные афганскими маджахедами, которым помогали регулярные части пакистанской армии, подняли восстание, которое вошло в историю как одно из самых кровопролитных в ходе афганской войны. Ожесточенное противостояние длилось почти сутки. Американские и советские спутники зафиксировали мощный взрыв в горах под Пешаваром в Пакистане, в районе кишлака Бадабер. Восстание в военном лагере Бадабер – это одно из самых малоизвестных и закрытых историй, которые на сегодняшний день находятся в стадии исследования, и о нем стало известно вообще совсем недавно. Потому что лагерь Бадабер – это военный лагерь, который находился на территории Пакистана в 10 километрах от Пешавара, в 20 километрах примерно от границы с Афганистаном. При штурме лагеря Бадабер была полностью разрушена военная база, уничтожены 120 афганских маджахедов, 28 пакистанских офицеров, 13 представителей пакистанских властей и 6 иностранных советников, в том числе из США. Вот цитаты из официальных документов разведслужбы 40-й армии СССР, с которых лишь недавно был снят гриф «Секретно». 26 апреля 1985 года в 21:00 во время вечернего намаза группа советских военнопленных тюрьмы Бадабер сняла часовых у артиллерийских складов. Взломав замки в арсенале, вооружилась и подтащила боеприпасы к спаренной зенитной установке и пулемету ДШК, установленным на крыше. В боевую готовность был приведен миномет и гранатометы РПГ. Советские воины заняли ключевые точки крепости, несколько угловых башен и здание арсенала. Многие подробности восстания советских военнопленных в лагере Бадабер засекречены до сих пор. Доподлинно известно лишь то, что наши военные смогли навязать ожесточенный бой нескольким сотням маджахедов и частям регулярной пакистанской армии. В этом фильме мы расскажем ранее неизвестные факты о восстании советских военнопленных в пакистанском лагере Бадабер, после которого всем афганским бандформированиям было приказано впредь русских в плен не брать, а уничтожать на месте захвата. Лагерь в пакистанском кишлаке Бадабер был создан еще в начале 1960-х годов. Согласно официальным данным, он являлся частью гуманитарной миссии и долгое время существовал как центр для беженцев. И действительно, с виду Бадабер ничем не отличался от десятков других подобных лагерей, разбросанных вдоль афгано-пакистанской границы. Однако на самом деле под гуманитарным прикрытием здесь размещался филиал пакистанской резиденции ЦРУ. Бадабер – это был не единственный лагерь по подготовке афганских маджахедов-боевиков. Каждый лагерь находился под патронажем либо американской, либо пакистанской разведки. В каждом лагере было сосредоточение боевиков, которые пришли с афганской территории. И это были источники различной информации. Поэтому там всегда находились разведчики, всегда находились представители тех или иных разведслужб, которые собирали информацию, анализировали и потом дальше передавали вышестоящее руководство. Вот. Лагеря эти находились незаконно. Лагеря эти фактически не существовали на бумаге. После начала афганской войны именно в Бадабере развернули один из лагерей боевой подготовки душманов. Здесь инструкторы из Америки, Китая, Пакистана и Египта обучали афганских маджахедов тактике и приемам диверсионной войны, которую им предстояло вести против афганской армии и военнослужащих ограниченного контингента советских войск в Афганистане. Руководство Центром по обучению боевиков партии «Исламское общество Афганистана» возлагалось на ее лидера – Бурхануддина Рабани. Бурхануддин Рабани – государственный деятель, бывший президент Афганистана. Родился в 1940 году в Файзабаде, провинция Бадахшан, Афганистан. Этнический таджик. Являлся председателем партии Хизб-е Джамиат-е-Ислами, которая выступала за превращение Афганистана в исламское государство, основанное на законах шариата. В 1975 году бежал в Пакистан. Поселившись в пограничном городе Пешаваре, возобновил борьбу против кабульского правительства, опираясь на поддержку пакистанских властей.
После ввода в Афганистан советских войск в декабре 1979 года ХСБ Джамиате-Ислами превратилась в одну из наиболее влиятельных групп повстанцев-маджахедов. В ее отрядах сражались около 20 тысяч маджахедов. Помимо оппозиционного движения, которое возглавил Рабани, в Пакистане сформировались еще несколько радикально настроенных партий. Среди них был Национальный исламский фронт Афганистана и Движение исламской революции. Все эти партии боролись с республиканским режимом, спонсируя и создавая боевые отряды и базы подготовки маджахедов. К осени 1979 года, началу афганского военного конфликта, в рядах афганских боевиков уже насчитывалось более 40 тысяч человек. В 12 провинциях страны они развернули масштабное сопротивление правительственным силам Демократической Республики Афганистан. В Пешаваре стояли вооруженные силы, приграничные постоянной боевой готовности пакистанских вооруженных сил и... Там формировались и дислоцировались части афганской оппозиции. 12 декабря 1979 года в Москве на заседании Политбюро ЦК КПСС было принято секретное постановление номер 176/125 о вводе войск в Афганистан. Документ предусматривал военно-технические меры по переброске войск, а также координацию действий спецподразделений на территории Афганистана. Руководство СССР преследовало две цели – свергнуть террористический режим Амина и продемонстрировать решимость в политическом противостоянии с США. По официальным данным, во время войны в Афганистане общие потери 40-й армии СССР, входившей в ограниченный контингент советских войск в этой демократической республике, составили 13 833 человека погибшими, 56 654 ранеными и 330 пропали без вести. Сколько советских военных прошло именно через лагерь Бадабер, неизвестно до сих пор. Ведь этого объекта словно не существовало. Пакистанское правительство засекретило все данные о нем. Ни у советских дипломатов, ни у гуманитарных организаций не было о Бадабере никаких сведений. До сих пор количество наших военнослужащих, попавших в плен или пропавших без вести, цифра неточная, потому что непонятно, человек где-то остался в горах лежать, и его тело превратилось в прах, и его не нашли. Или он действительно попал в плен. После начала военных действий в Афганистане Бадабер превратили в почти неприступную крепость. Этот лагерь охраняли военная полиция Пакистана. Внутри охрану нес лагеря, и в частности тюрьму, это уже вели маджахеды. То есть это уже получалось двойное кольцо. Внутри охраняемого по периметру лагеря размещалось несколько одноэтажных домов, небольшая мечеть, футбольное поле, волейбольная площадка, а также склады с оружием и боеприпасами. Пленники содержались в зинданах или подземных камерах. Как и на любом подобном объекте, в Бадабере хватало грязной и тяжелой работы, для которой использовали советских военнопленных, которых здесь называли «шурави». В основном рабочую силу маджахеды задействовали на каменоломнях или при разгрузке оружия и боеприпасов. Да, их использовались на любых работах тяжелых. Они находились в положении, когда иногда, знаете, смерть лучше, чем такая жизнь. Первые советские пленные, по мнению историков, начали появляться в Бадабере в 1982 году. А среди тех, кто поднял восстание в апреле 1985-го, были несколько человек, которые провели в подземной тюрьме почти 3 года. Время от времени в лагерь доставляли новых пленников, захваченных при нападениях на советские караваны. Но их никогда не было много. В среднем в Бадабере содержалось от 10 до 15 советских военнослужащих и примерно вдвое больше афганских. Большое количество пленных нужно больше кормить, больше иметь камер для содержания, больше охраны, и все это ведет логистические такие увеличения, как сейчас принято это говорить об этом. Вот. А содержалось именно то количество военнопленных, которое было необходимо для работы на этих складах, я думаю, с этой точки зрения. В лагере Бадабер на афганско-пакистанской границе с советскими военнопленными обращались очень жестоко.
За малейшую провинность комендант тюрьмы наказывал заключенных ударами плетью со свинцовым наконечником. Скованные кандалами, накачанные наркотиками и обессиленные от непомерных физических испытаний, советские солдаты были обречены здесь на смерть. В качестве наказания маджахеды часто лишали пленников воды, что в пакистанских горах равносильно медленной смерти. Выдержать такой ад удавалось не всем. Наших советских военнослужащих, так называемых шурави, использовали действительно на самых тяжелых работах. Они практически работали круглые сутки за минимальное кормление и минимальное обеспечение водой, находясь в этих ямах, зиндандах, естественно, никаких условий там не было. И все это делалось только из-за того, чтобы русские могли только существовать, но не могли не оказывать никакого там ни сопротивления, не оказывать никакого дополнительной противоправной деятельности. Среди пленников, которые содержались в лагере, к апрелю 1985 года был как минимум один советский солдат, который сошел с ума от ежедневных издевательств и тяжелой работы. Вот что о нем рассказывал чудом выживший в Бадабере советский военнопленный Насиржон Рустамов. «Ко мне в камеру привели еще одного советского солдата, тоже мусульманина, казаха по имени Канат. Тот сошел с ума от ежедневных издевательств и тяжелой работы. Выл по собачьи, грыз стены и рвался на свободу. Жить ему оставалось 3 дня. Сами маджахеды были исключительно жестоки по отношению к захваченным им людям. Никаких соблюдений каких-то норм протокола или международного права или Женевских конвенций они понятия не имели, потому что сам состав маджахедов – это малограмотные исламисты, находящиеся под серьезнейшим влиянием своих лидеров. Весной 1985 года в лагерь Бадабер привезли около десятка пленных советских солдат. Среди них был прапорщик Николай Шевченко, водитель и продавец автолавки военторга 5-й гвардейской мотострелковой дивизии, базировавшейся в афганской провинции Герат. Николай Иванович Шевченко родился в 1956 году в Сумской области. В добровольном порядке через Киевский городской военкомат в январе 1981 года был направлен по найму в Афганистан. Неоднократно совершал на автомобиле рейсы, доставляя промышленные и продовольственные товары в воинские части и военные городки по всему Афганистану. Захвачен в плен 10 сентября 1982 года в районе города Герат. По свидетельским показаниям и донесениям афганской агентуры, именно Николай Шевченко был лидером восстания советских военнопленных в Бадабере. Среди узников Бадабера Шевченко казался самым взрослым. С охранниками лагеря он сразу поставил себя жестко. Несмотря на то, что у маджахедов была установка ломать всех советских пленников, с Шевченко они старались вести себя без особой грубости. В тюрьме Николая Шевченко называли «Абдурахмон». Николай Шевченко такой персонаж был, по разным данным. Он был выходец из Донбасса, до армии работал в шахте, имел неплохую физическую форму, увлекался спортом. Насколько я знаю, что он даже был у него какой-то разряд по боксу. Вот. И, естественно, попав в такую среду, он старался сохранить человеческое лицо и не давал особо себе в обиду, хотя понимал, чем для него все это грозит. Вот. Но, тем не менее, он сумел какой-то, в кавычках, авторитет, как это можно сказать, завоевать у охраны, поэтому охрана, она к нему относилась, ну, по-особенному, не так, как ко всем остальным. Большинство советских пленных Бадабера сразу признали в Николае Шевченко командира. Вот что о нем вспоминали другие узники лагеря. Новичок знал и умел все, что должен знать и уметь командир. Кроме того, Абдурахмон демонстрировал не только удивительную физическую подготовку, но и невероятную силу духа. Именно он добился, чтобы с ним на кулачный бой вышел комендант охраны лагеря. Кулачный бой против коменданта лагеря, по мнению историков, был частью продуманного плана будущего восстания. Перед поединком Шевченко выставил условия. Если он победит, то в качестве приза заключенным дадут возможность сыграть футбольный матч против охраны лагеря. В итоге советский военнопленный бой выиграл, и матч состоялся. Охранники лагеря. Ну да, ну они вроде как
свободные, да, а с другой стороны, они привязаны к этому же лагерю, изнывают от скуки, вот, от безделья вот, при охране этого лагеря. И, конечно же, им хотелось провести, поучаствовать. Ну, а почему нет? Ну, что такого, если состоится футбольный матч? Поболеть за маджахедов собрались почти все боевики Бадабера, но триумфальной победы не получилось. Матч закончился с разгромным счетом 7-2 в пользу советских военнопленных. После позорного поражения маджахеды сильно разозлились и в отместку ужесточили условия содержания наших военнопленных. Однако Шевченко и другие узники лагеря знали, какому риску себя подвергают. Ведь футбольный матч был их единственным шансом посчитать, сколько примерно в лагере боевиков и как расположены посты охраны. Спортивная площадка находилась на территории склада с вооружением, что позволило Шевченко и другим лидерам, он не один был там такой, получить представление о расположении постов охраны, доступности этого места и тактике, с помощью которой можно было снять эту охрану. Потому что захват склада давал шанс на свободу по замыслу. Теперь нашим военнопленным оставалось дождаться, когда в лагерь привезут оружие. Ведь без него рассчитывать на успех восстания было бессмысленно. И наши солдаты дождались. За полтора месяца до восстания в Бадабер привезли большое количество оружия. В основном это были ракеты для реактивных минометов и гранаты для гранатометов, а также автоматы Калашникова, пулеметы и пистолеты ТТ. Всего 28 грузовиков. Каждую пятницу маджахеды заставляли советских пленных чистить завезенное в лагерь оружие. Это и стало для боевиков роковой ошибкой. Пятница для всех мусульман – это святой день. Они проводят все молитвы. И, естественно, что в этот день было оставлено минимальное количество охраны. Вот, это был очень удобный момент для того, чтобы осуществить восстание, захват этого склада боеприпасов, ну и вообще поднять мятеж в лагере. Вечером в пятницу 26 апреля 1985 года советские военнопленные решились действовать. По одной из версий, восставшим удалось устроить диверсию с электрогенератором. Как раз в тот момент, когда почти все маджахеды отправились на вечернюю молитву, и камеры фактически остались без присмотра. По другой версии, когда стали разносить еду, пленные сумели обезвредить охрану и завладели автоматами. Оказавшись на свободе, советские военнопленные освободили из камер офицеров афганской армии, часть из которых тут же присоединилась к восставшим. Вот как вспоминает ту ночь один из немногих пленных афганцев Мухаммед Шах, которому удалось убежать из лагеря. Внезапно в тюремном коридоре послышался шум, топот бегущих людей. Через мгновение мы были на ногах, в камере сон чуткий. Под ударами наша дверь слетела с петель. К нам заглянули два шурави и афганец с горящими глазами и автоматом в руках. Век помнить буду эти сверкающие, полные гнева и решимости взгляды русских. «Мы перебили охрану, завладели оружием», – закричал нам высокий вихрастый парень. «Вы свободны, бегите», – добавил афганец. «Быстрее уходите в горы». Выбежав во двор, мы увидели, как советские и некоторые афганские пленные вытаскивают на крыши складов тяжелое оружие, минометы, китайские пулеметы. Я тогда не понял, для чего это они делают. Что задумали? Вместе с несколькими афганцами кинулся в приоткрытые тюремные ворота. Не помню куда, сколько бежал, только на рассвете начал приходить в себя. Понял, что удалось скрыться в горах живым. Стратегической задачей восставших было захватить арсенал с оружием, что им и удалось. Минометы, пулеметы и гранатометы развернули на крыше здания, чтобы давать отпор маджахедам. Через Бурхануддина Рабани, который прибыл в Бадабер сразу, как узнал о восстании, узники потребовали организовать встречу с представителями советского посольства и ООН, а также Красного Креста. В противном случае угрожали взорвать лагерь вместе со складами боеприпасов. Но согласиться на условия восставших не могли ни маджахеды, ни власти Пакистана. Информация о том, что в стране, которая де юре держала нейтралитет в афганском конфликте, а де-факто активно помогала душманам есть лагеря советских военнопленных, привела бы к скандалу, на который не мог пойти ни Исламабад, ни его американские кураторы. В
1984 году на территории Пакистана существовало несколько лагерей афганских беженцев, которые на самом деле имели совершенно иное предназначение. В них действовали учебные центры для подготовки маджахедов. Учебный центр имени святого Халеда ибн Валида размещался в лагере рядом с аэродромом Бадабер. Эта база принадлежала партии «Исламское общество Афганистана». Начальником центра был майор пакистанской армии Каратулла, имевший 6 американских советников. Каждые полгода учебный центр выпускал 300 маджахедов. Америка была основным инициатором создания этих лагерей. Она была основным поставщиком и вооружения, и инструкторов, и, собственно, как инициатором вообще всех происходящих событий. Вот. Америка тщательно скрывала от всего мира вместе с Пакистаном о том, что на территории Пакистана находятся лагеря. Еще в самом начале мятежа Николай Шевченко всех предупредил, что если кто-то попытается предупредить маджахедов, то он лично его пристрелит. Но угрозы не помогли. Пока наши бойцы затаскивали ящики с оружием на крышу тюрьмы, один из военнопленных по кличке Исламуддин бросился в сторону мечети с криком «Русские восстали!». Остановить восстание это уже не могло, однако лишило советских бойцов внезапности. А шанс в чем у них заключался? До границы 100 километров. По территории чужого государства без поддержки какой-то, извините, без танков с вертолетами не прорвешься. Выход какой? Выход вот они и видели, что захватить лагерь и угрожая взорвать вот этот огромный арсенал, который там содержится, захватить радиостанцию и обратиться или просто через местное руководство затребовать сюда посла советского, представителя Организации Объединенных Наций, представителей Красного Креста, для того, чтобы их вызволить. Узнав о том, что в лагере произошло восстание и советские военнопленные захватили оружие, дежурный по учебному центру Хайстголь принял все возможные меры по недопущению массового побега. По тревоге был поднят весь личный состав базы, около 3000 человек во главе с инструкторами из США, Пакистана и Египта. Однако огонь никто не открывал. Обе стороны пытались вести переговоры. Вот, как вспоминает начало восстания командир учебной роты в лагере Бадабер Гулям Расул Карлук. Поскольку у меня с русскими были хорошие, дружеские отношения, я хотел решить проблему путем мирного диалога. Мы уговаривали их сдаться, и я спросил, зачем они это сделали. Они ответили, что на 99% готовы к смерти и на 1% к жизни. И здесь мы находимся в плену. Жизнь для нас очень тяжелая, и мы либо умрем, либо освободимся. Бурхануддин Рабани, глава Исламского общества Афганистана, также потребовал от советских военнопленных и поддержавших их солдат афганской армии сложить оружие и сдаться. Однако восставшие ответили категорическим отказом. После того, как переговоры зашли в тупик, был отдан приказ о начале штурма. В Бадабере так, момент было около 300 человек. То есть это мало. Вот. И, значит, были привлечены еще некие из других лагерей, в том числе из лагерей Гульбеддина Хекматьяра, это Хизб Ислами. Первая попытка душманов вернуть контроль над лагерем была встречена шквальным ответным огнем советских и афганских военнопленных. Боевики, понеся большие потери, вынуждены были отступить. Уже под конец дня, в 23.00 26 апреля, начался второй штурм, который был также отбит восставшими советскими и афганскими воинами. Место боя к тому времени было блокировано плотным кольцом окружения из афганских боевиков, военнослужащих пакистанской армии, а также бронетехники и артиллерии 11-го армейского корпуса вооруженных сил Пакистана. Несколько атак было отбито. И охрана, и усиление. Потом подошли к этим маджахедам, которые дислоцировались в этом лагере. Их усилила пакистанская армия. Пакистанская армия
притащила туда крупнокалиберную артиллерию и авиацию. Жесточайшее столкновение продолжалось всю ночь. Утром 27 апреля Рабани вновь потребовал от восставших советских и афганских военнопленных сдаться и снова получил отказ. Тогда он вновь приказал штурмовать крепость. По этому месту стали долбить прямой наводкой из крупных калибров пушек и авиации только для того, чтобы не дать информативно выйти информации из этого места, чтобы похоронить все там, вместе с оружием, вместе с боеприпасами и вместе с этими геройскими парнями. Трагическая развязка наступила около 8 часов утра 27 апреля. Арсенал взлетел на воздух, фактически разрушив весь лагерь подготовки боевиков. А в эпицентре взрыва образовалась огромная воронка. Что на самом деле стало причиной взрыва, доподлинно неизвестно до сих пор. Однако существует несколько версий. Как утверждал Бурхануддин Рабани, склад взорвался из-за прямого попадания выстрела РПГ. По второй версии, арсенал был расстрелян из пушек пакистанской армии, что вызвало детонацию боеприпасов. По третьей, оставшиеся в живых восставшие, понимая, что бой подходит к концу, сами взорвали склад, не желая сдаваться в плен. 8.00 27 апреля Рабани приказал открыть огонь. В штурме Бадабера участвовали артиллерийские подразделения и боевые вертолеты пакистанских ВВС. После нескольких артиллерийских залпов склады артвооружения взорвались. В результате взрыва погибла группа советских военнослужащих, а также вооруженных сил Афганистана. По данным источника, до правительства Зиаул-Хака доведено, что восставшие пленные сами подорвали себя на складах артвооружения. Бывший пленник крепости, афганский офицер Голь Махамад, утверждает, что он сам и еще четверо афганцев сражались вместе с русскими. Этой небольшой группе афганских военнопленных чудом удалось выжить. В своих воспоминаниях Голь Махамад рассказывал, что перед тем, как подорвать арсенал с оружием, советские солдаты заставили всех пленных афганцев найти возможность сбежать из лагеря. Восставшие понимали, что маджахеды никого из них не оставят в живых, и решили подорвать себя вместе с арсеналом. Они стали раскрывать ящики с ракетами, но перед тем, как бросить туда гранату, один из русских подозвал к себе всех афганцев и объявил, что мы можем уходить, так как сейчас тюрьма вместе с арсеналом взлетит на воздух. Он дал нам несколько минут, чтобы мы успели уйти. Версия о том, что советские военнопленные сами подорвали арсенал с оружием, не подтверждена до сих пор. В период с 1984 года по 1985 считается наиболее тяжелым временем афганской войны. Именно на эти годы приходится пик боевых потерь 40-й армии ограниченного контингента советских войск в Демократической Республике Афганистан. Ежедневные подрывы автоколонн советской техники и обстрелы вертолетов были обыденностью. Однако мощнейшие взрывы, прогремевшие ранним утром 27 апреля 1985 года на территории соседнего Пакистана, нарушили привычное течение затяжной войны. Яркие вспышки в районе Пешавара у кишлака Бадабер первыми зафиксировали советские спутники. Согласно данным аэрокосмической службы, в северо-западной пограничной провинции Пакистана взрывом большой силы разрушен лагерь подготовки маджахедов Бадабера. Размер воронки на снимке, полученном со спутника связи, достигает 80 метров. Сразу же по различным каналам разведки начала поступать информация о том, что в районе, на котором ничего не должно находиться, происходит какое-то крупное боестолкновение, идут серия взрывов. Зафиксировала серию взрывов и советская разведка, перехватывающая и пеленгующая ряд донесений на территории Пакистана. Небольшая группа русских, находившихся в плену в Бадабере, захватила оружие полка, в том числе ракеты типа «Земля-Земля», и напала на маджахедов. Несколько человек погибло. Если вы захватите русских или представителей народной власти, будьте с ними предельно внимательны и не ослабляйте охрану. Свидетели подтверждают, что взрыв был огромной мощности. Останки погибших советских солдат затем собирали в радиусе сотен метров от эпицентра. Вот как вспоминает последствия взрыва один из афганских командиров, который во время последнего штурма Бадабера находился на территории лагеря.
произошел мощный взрыв. Ракеты взрывались и разлетались в разные стороны. Что я увидел на месте взрыва? Это были пальцы в одной стороне, рука в другом месте, уши в третьем. Мы смогли найти в целости лишь одно тело и половину тела еще одного пленного, которую оторвало и отбросило в сторону. Все остальное было разорвано на куски, и ничего целого мы больше не нашли. Это были фрагменты от ушей, там фрагменты кожи, там и все остальное прочее, потому что взрыв был огромной силой, и практически шансов выжить там кому-либо практически не было. Взрывом было уничтожено более 2000 ракет и боеприпасов различного назначения, а также 40 артиллерийских орудий и минометов. Территория лагеря площадью в квадратную милю была покрыта слоем осколков снарядов, ракет и мин, а человеческие останки местные жители находили на расстоянии до 4 миль от места взрыва. В лагере Бадабер содержалось 14-15 советских солдат, двоим из которых удалось остаться в живых после того, как восстание было подавлено. Информация о происшествии в лагере Бадабера тут же попала во все мировые информационные агентства. Лидеру исламской организации Афганистана пришлось устроить пресс-конференцию. Однако добиться каких-либо подробностей восстания от Бурхануддина Рабани журналистам так и не удалось. В Исламабаде состоялась пресс-конференция для местных и иностранных корреспондентов. Выступавший перед журналистами руководитель исламской организации Афганистана Бурхануддин Рабани инцидент в лагере Бадабера объяснил междоусобными распрями среди маджахедов различной национальности. При этом советская пресса отмалчивалась. На события в Пешаваре отреагировали лишь месяц спустя. 27 мая 1985 года агентство печати «Новости» выпустило сообщение. Кабул. По всей стране продолжаются митинги протеста общественности в связи с гибелью в неравной схватке с отрядами контрреволюционеров и регулярной пакистанской армии советских и афганских солдат, захваченных душманами на территории Демократической Республики Афганистан и тайно переправленных в Пакистан. Крестьяне, рабочие, представители племен гневно осуждают варварскую акцию Исламабада, который, стремясь уйти от ответственности, неуклюже извращает факты. Произошедшее между СССР и Пакистаном, конечно, повлияло не в лучшую сторону. Советское правительство выразило ноту протеста по поводу происходящих событий непосредственно на территории секретного лагеря Бадабер. Вот. Пакистан, как обычно, ответил о том, что мы об этом ничего не знаем. Вот. Но ответил, как обычно, под диктовку американских дипломатов и наемников. Правительство Пакистана максимально засекретило информацию о событиях в Бадабере. Ведь получалось, что Пакистан на своей территории разместил лагеря военно-пленных. Официально советское руководство какие-то там протесты по этому поводу предъявляло правительству вам этих государств, но мер решительных против них не предпринимало, потому что вот это могло, по мнению советского руководства, опять-таки, это могло спровоцировать какие-то более активные действия со стороны вот этих трех государств. Если бы наш спецназ предпринял какие-то действия и попытался бы освободить наших военнопленных, которые содержались в этом лагере, это была бы уже спецоперация на территории другого государства. 11 мая 1985 года советский посол в Исламабаде Виталий Смирнов заявил президенту Пакистана Зия-ул-Хаку решительный протест в связи с расправой над советскими военнослужащими на пакистанской территории. Вот что говорилось в том послании. Советская сторона возлагает всю ответственность за произошедшее на правительство Пакистана и ожидает, что оно сделает надлежащие выводы насчет последствий, которыми чревато его соучастие в агрессии против ДРА и тем самым против Советского Союза. В СССР долго ничего не знали о героях Бадабера, во всяком случае из официальных источников. Хотя слухи о восстании в какой-то крепости в армейской среде ходили с мая 1985 года. Постепенно и они утихли. До 1990 года, когда газета «Красная звезда» впервые громко рассказала об этом подвиге. Правда, без фамилий. Это была плеуха Советскому Союзу и в идеологическом плане, и в военном, и в моральном. И руководство страны на тот момент просто-напросто не знало,
как поступить. Официально СССР ограничился нотой протеста внешнеполитического ведомства, которое возложило полную ответственность за произошедшее на правительство Пакистана и призывало сделать выводы о том, к чему может привести участие государства в агрессии против Демократической Республики Афганистан и СССР. Однако была и неофициальная реакция Советского Союза. Все отлично понимали о том, что Пакистан является третьей стороной, которая занимает активную позицию оказания содействия подготовке оппозиции, исламской оппозиции, подготовки их, забросу в Афганистан, поставки на территорию Афганистана вооружения и так далее. Неофициально наше руководство знало и предпринимало превентивные меры по поводу того, чтобы это предотвратить. Превентивные меры – это перехват караванов, это перехват тех банд, которые переходили Пакистан-афганскую границу, вот, уничтожение, захват в плен там, и так далее. По данным западных журналистов, наши спецслужбы провели ряд операций и возмездия. Так, в 1987 году в результате советских рейдов на территорию Пакистана погибло 234 маджахеда. 10 апреля 1988 года в лагере Отшхри, расположенном между Исламабадом и Равалпинди, произошел мощный взрыв склада боеприпасов, в результате которого погибло от 1000 до 1300 человек. Следователи тогда пришли к выводу, что была совершена диверсия. Ограниченный контингент советских войск присутствовал в Афганистане почти 10 лет. С декабря 1979 по февраль 1989 года. За это время из числа советских военнослужащих без вести пропали 287 человек. Судьба многих из них неизвестна до сих пор. Так же, как нет точных данных о восставших в лагере Бадабер. Многие историки, занимавшиеся расследованием этой трагической страницы афганской войны, пришли к выводу, что останки советских солдат, бросивших вызов боевикам, покоятся в братской могиле под Пешаваром в северо-западной провинции Пакистана. Там обрели вечный покой настоящие герои, которые, оказавшись в плену, в нечеловеческих условиях сохранили мужество и до конца выполняли свой воинский долг, защищая Родину.